Итак, дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Рада вас всех видеть на своем канале Вязание с Татьяной. И сегодня мы с вами начинаем обзор по пряже, пряжу, которую мы с вами приобретаем в рамках совместной покупки. Всю информацию, как присоединиться, где посмотреть цены, ассортимент, вы можете найти, если перейдете под этим видео по ссылке в группу ВКонтакте. Заходите, изучайте правила и присоединяйтесь к нам. Для новеньких участниц есть видеоинструкция под этим видео, вы можете ее посмотреть и присоединиться, в общем-то, к нам. Много чего я всегда беру на наличие. В группе вязания с Татьяной ВКонтакте вы найдете альбом, который так и называется «В наличии». Заходите туда и выбирайте, что есть свободное из наличия. Если вы захотите то, чего нет, то мы можем это вам просто привезти. Итак, давайте начнем просмотр. Первое, то, что я достала из пакета, это вот такая пряжа. Мы с вами будем сегодня смотреть российскую пряжу. Сейчас я выкупаю только российскую пряжу или пряжу по распродаже. Это пряжа от Камтекса, мотылек. 70% хлопок, 30% лавсан. В 50 граммах 140 метров. Цвет номер 053. Мотылек малина, девочки. 5 моточков в одной упаковке. Такой расцветки пришло 2 упаковочки, то есть 10 моточков. Сегодня мы будем смотреть какие-то новинки, которые я брала. И мы с вами, естественно, их сейчас посмотрим. Не помню уже, что я брала, заказывала. Так, дальше. Также пряжа мотылек. Это цвет 403, очень красивый цвет, очень классная расцветка. Она меланжевая идет. Здесь идет сочетание нежно-розовых фиолетовых тонов. Кто получил ее уже, девочки знают, познакомились с этой расцветкой. Так, 4, 5, 5 расцвет, 5 упаковочек, точнее, да? Не знаю, если есть еще, то буду доставать еще. Потому что я ее уже привозила много, этой расцветки. Ну, на всех просто, к сожалению, не хватило. Ну, не было больше у поставщика этой пряжи. Дальше. Мотылек. 2 упаковки. Еще 53-го цвета. Ну, это точно такая же, как мы с вами только что посмотрели. Так, по мотылькам здесь все в этом пакете. Дальше. Для меня новая, не знаю, как для вас. Может быть, вы уже ее хорошо знаете и работали с этой пряжей. Я не знаю. Но для меня новая. Почему беру российскую пряжу? Потому что на нее пока более-менее стабильная цена, стабильная стоимость. И по составу, и по отзывам пряжа вся хорошая. Это также пряжа от Камтекса, пряжа ананасовая, девочки. Открыть не смогу, девчонки, хотя очень хочется. Если очень хочется, значит открываем. Ну, куда деваться, потрогать нам ее нужно. Я готовлюсь сама и готовлю вас к летнему сезону, естественно. Это пряжа Камтекс ананасовая, как я уже и сказала. 100 грамм 250 метров. Состав 55% ананасовое волокно и 45% хлопок. Необычный состав. Держу в руках первый раз. Цвет номер 050 коралл. Вот, 5 моточков. 100 граммовых, соответственно, 500 грамм. В одной упаковке. Это все на наличие. Все уже я выгрузила. Я еще на работе была сегодня, когда выгрузила наличие. Потому что я знала, что она уже ко мне приехала. Так, одна упаковка. Брала на пробу. Просто на пробу. Дальше. Новый также, девчонки, для меня артикул. Красивого бордового цвета. Открываем. О, какой красивый. Я уже вижу отсюда, девчонки. Это летняя пряжа.
Вы видите, как она мерцает, да? Там есть люрекс, наверное. Пихорка, блестящее лето. Посмотрите, какой красивый цвет. 95% мерсеризованного хлопка и 5% метанит. 100 грамм, 380 метров. Цвет 07 бордо. Очень красивый цвет. Вот такая вот ниточка. Красивая. Посмотрим, есть еще, наверное, цвета. Я надеюсь, что есть здесь у меня, которые пришли. Потому что наличие на складах, конечно, стремительно-стремительно исчезает. Оно исчезает быстрее, чем, мне кажется, я его закидываю в корзину. Далее, также новая для меня пряжа, девчонки. Это все также Камтекс. Пряжа Гармония. Опять не знаю, знакомы вы с этой пряжей или не знакомы, так же, как и я. Я вот ее не знаю, эту пряжу, поэтому я ее очень хочу подержать в руках. Это теплая пряжа. Но в любом случае, холодный сезон он все равно будет. Снова, да? Лучше, если есть возможность запастись, запасаемся заранее. Так. 100 грамм, 245 метров. Состав 50% шерсти, 50% акрил. Очень мягенькая пряжа. Цвет мятный. 500 грамм в одной упаковке. Цвет, кстати, так и называется. Мята 0,25. Вот. 5 моточков в одной упаковке, соответственно, 500 грамм в упаковке. Так, сейчас запакуем. Дальше смотрим. Пять моточков. Последние были 5 мотков. Взяла бы больше. Это пряжа от Камтекса. Праздничная. Я ее уже привозила. Получила от вас отзывы о том, что эта пряжа очень хорошая. Вот эта вот расцветочка пользуется спросом, но были последние 5 мотков. 50 грамм, 160 метров, 48 кашмелон, 48 акрил, 4 метанит. 50 грамм, 160 метров. Это 72-й цвет, лаванда, девочки. Их только 5 моточков. Дальше. Праздничная целая упаковка, 10 мотков, молочный цвет, этот цвет номер 192, ну это вот чисто молочный цвет. Дальше, тепленькая также пряжа от Пихорки, Пихорка перспективная. Цвет 389, светлая фиалка. 100-граммовые мотки. Смотрим. 100 грамм, 270 метров. Вот такая ниточка. Не жесткая. Вот, ниточка. Пихорка перспективная. 389 цвет. 100 грамм 270 метров, 50% мериносовой шерсти и 50% акрила. Вот она. Такая упаковочка одна. Не знаю, опять же, одна только упаковка или есть еще цвета. Дальше. Одна упаковочка красной пряжи, праздничная, с люрексом. Вот такой вот красивый-красивый красный цвет. Это цвет 46-й. Одна упаковка. Далее.
Одна упаковка праздничной в мятном цвете. Камера, кстати, делает более темным цвет, как будто голубой. Это цвет как айсберг. Кто знает цвет айсберг, вот она такого цвета. Можете в интернете набрать расцветка. Цвет номер 073. Лед. Лед он называется. 073. Дальше. Забрала последних 8 мотков. Также праздничную с люрексом. Вот в этом цвете. 102 номер цвета. Не было просто больше. Далее, девчонки, еще одна упаковка. Пихорка «Блестящее лето». Это вот такой же лот, как мы с вами посмотрели бордо. Также мы видим с вами люрекс вот этот. Вот видно, да? Блестит. Класс. Очень красиво. Ну, конечно, я понимаю, на вкус и цвет фломастеры разные. Цвет 511. Зеленка он называется. Еще одна упаковочка Комтекс, пряжа ананасовая в сиреневом цвете. Так, этот цвет номер 178, одна упаковка. Так, здесь у меня пришел пакет вот такой, мы с вами посмотрим, что там. 5 моточков пряжи от Пихорки. Фокус. Вот. Пихорка мериносовая. Мягкая-мягкая пряжа. 100 грамм 200 метров. 50% мериносовой шерсти. 50% акрил. Цвет 40. Цикламен. 5 мотков по 100 грамм. Соответственно, 500 грамм в этом пакете. Далее. Одна упаковка Пихорки перспективной в оранжевом цвете. Цвет номер 396 Настурция. Пихорка перспективная. Красивый оранжевый цвет, девочки. Пряжа Гармония. Это пряжа от Комтекс. Посмотрите. 100 грамм 245 метров. 50 шерсти, 50% акрила. Очень гладенькая, приятная на тактильность пряжа. Цвет номер 035. Оранж. Приятная-приятная пряжа. Держать в руках, конечно же, ее одно удовольствие. Также 5 мотков, 500 грамм. Дальше. Наслышана про вот эту пряжу. Это от Пихорки. Понимаю, что вам не видно. Это пряжа Пихорка великолепная, девочки. Слышала много отзывов. Но вот я пока выбирала, да, как я и сказала, пряжа исчезает прям просто на глазах. И мне досталась только одна расцветка, если не ошибаюсь. Вот такая вот пушистенькая, светло-сиреневая расцветка, очень мягкая. Я про нее слышала, смотрю одного блогера, который очень нравится вот этой, которому очень нравится именно эта пряжа. 100 грамм 300 метров. 30% ангора, 70% акрила высокообъемного. Цвет 178, светло-сиреневый. 300 метров на 100 грамм. Пришло 7 моточков, девочки. Классная. Классная пряжа. Очень мягкая. На самом деле, мне прям тоже она понравилась. Не знаю, насколько она в работе, но я верю блогеру, который рассказывает про нее отзывы. Она ей очень нравится. Она вяжет из нее и платье, и кофточки.
Так, дальше. 5 моточков праздничных с люрексом в зеленом цвете. Ну, забирала остатки последние все. 0,79 цвет. Больше не было. Гармония оранжевого цвета. Мандарин 198 цвет. Гармония. Ой, не гармония, девочки. Ананасовая пряжа. Красный. Бордово-красный, наверное, можно так его назвать, охарактеризовать. 0,46. Ну да, 46 цвет. Так, дальше. Две упаковки мотылька в красном цвете. Багряно-красный цвет. 46. Одна упаковка синего мотылька. Это 418. Его очень-очень мало было. Наверное, у меня только одна упаковка. Одна упаковка пряжи Гармония. Темный бордо. Цвет номер 047. 5 мотков. Пехорка мериносовая. 223 цвет. Это светлая бирюза. Еще одна упаковка пехорка мериносовой, коричневый, вот такой вот он, красно-коричневый, наверное, цвет. Красная глина, девочки, называется, 344 номер цвета. Так, и последняя упаковка, это Гармония, вот в таком мятно-голубом цвете. Это у нас цвет, бирюза светлая, 023. Все, мы с вами посмотрели всю пряжу, которую я привезла в этот раз. Сейчас я на этом заканчиваю свое видео. Всем большое спасибо за просмотры. И до новых встреч, девчонки. Всем пока-пока.